В Самару прилетят сказочные персонажи шишиги-летуны. Это фигурки маленьких существ, которые появятся по всему городу. По легенде, их основная задача – собирать и хранить лунный свет. Почему именно у нас на Волге? Потому что здесь к роскошному лунному свету добавляется магия Великой реки и волшебство сказок из легенд Самарской Луки. Отсюда же и это прозвище шишиги. Так их назвали местные жители, приняв за героев старинные легенды «Жигулей». Всего на улицах Самары появится 27 фигурок. Они поселятся в знаковых местах города. По сути, вот эти милые волшебные человечки, наши герои, они являются этими первооткрывателями даже некоторых мест. Может, даже какие-то известные, какие-то неизвестные места. И вот нам очень важно, чтобы город познавался и привлекал еще дополнительным вот слоем таким, дополнительным слоем и смысловым, и символическим. Так основная эта миссия – это сбор лунного света и творение добра. То есть они лунный свет посылают потом на добрые дела, на доброе волшебство.